Приветствую вас на канале Red Cat. Я уже думал ложиться спать, но тут увидел в Инстаграме, что появились новые бесплатные вещи. Смотрите, ребята, на как бы сайте самой игры, которая будет посвящена Блоксису, 7-й годовой церемонии, которая скоро начинается, написано, что до 30 марта вы можете взять две бесплатные вещи. Также есть информация про 6 вещей, которые вы, ребята, спрашивали, будут ли они бесплатные. Я еще так сразу вам сказал, что они будут платные, об этом была информация, но сейчас вы даже увидите цену. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Давайте зайдем в саму игру, ребята. Вот такая вот она красочная, красивая. В ней можно погулять, все посмотреть. Есть, собственно, какая-то навигация. И есть у нас робоксы. Я так понимаю, да? Или что это? Монетки с похожим оформлением на Roblox, наверное. Не знаю. Короче, монетки. Их можно собирать. Тут есть всякие квесты незначительные. Я так понимаю, что... Их можно собирать будет, пока будет идти нутная церемония. Смотрите, можно собрать 100 штук и получить еще 100 монеток. Можно посмотреть вечеринку, получить еще 250 монеток. Можно собрать 10 из 10 молоточков, получить 450 монеток. 20 из 20 колы, 550 монеток получить. Получить шапку. За это тоже дадут монетки. И еще. Короче, еще получить два приза каких-то, и за них тоже дадут монетки. Ну что ж, призы мы вы обязательно получим. Они бесплатные. Две бесплатные вещи появились. И я вам, конечно же, сейчас их покажу. Но перед этим хочу пособирать эти монетки, хоть что-то, хоть чем-то заняться в этой игре. Но это не игра, скорее, это большой телевизор, в котором мы с вами будем смотреть церемонию. Кто еще не подписан на мою страничку Red Cat YouTube в Инстаграме, обязательно это сделайте. Ну а также Red Cat YouTube есть еще и Discord, на который вы тоже можете зайти и пообщаться с другими любителями Роблокса. Так, ладно, давайте я дособираю 100 монеток, посмотрю, что за приз я получу. Я так подозреваю, что я получу за это еще 100 монеток. Но на всякий случай надо проверить. Тем более, что больше пока особо нечего делать в этом плейсе. Можно, конечно, позаморачиваться, поискать эти баночки Кока-Колы и, собственно, молотки золотые. Но я думаю, что сегодня я точно это не буду делать. Сегодня просто день каких-то премьер и видео. Я сегодня только и делаю, что во что-то играю, что-то записываю. Сначала Mad City с утра. Быстренько играл, чтобы вам показать обновление. До этого еще выложил по Mad City еще один ролик. После этого вышел чемпионат Brawl Stars. Решил там тоже поиграл, записал вам. Ну и сейчас уже под конец дня, скажем так, еще Блоксис. Итого, ребята, целых 4 видео за день. Это как-то многовато для меня, если честно. Я все прям семью не видел, только сижу здесь, играю и записываю что-то для вас. Так что, ребята, цените, поставьте лайк обязательно. Ну, смотрите, донат стора, как я говорил, 60, 110 и 200. Все эти вещи, ребят, платные. Так что за 60 робоксов, к примеру, вы можете купить такой шарфик. Хотите, покупайте, хотите, нет. Ну и вторые вещи, вот эти, они тоже платные, 40, 80 и 200 робоксов. Ну а я предлагаю вам забрать бесплатные вещи, вот такая классная шапочка, мне она реально нравится, очень красивая, красочная. И давайте заберем, вот смотрите, классно, да? И вот такая вот накидка, капюшончик с классными рогами, тоже, ребята, забираем. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребята, сразу две бесплатные вещи я вам показал. Ссылочки на них обязательно будут в описании под этим роликом. Но сейчас я попробую их применить, одеть, посмотреть, как они будут выглядеть. Вот они уже у меня появились. Сейчас немножко поменяю аватар, потому что на моей кошке ничего не будет видно, как обычно. Потому что очень крупная голова.
Так, ну что, ребят, вот так вот я буду выглядеть приблизительно. Ну, такое. Лучше, конечно, носить это по отдельности. В любом случае, ребят, я думаю, прямо сейчас нужно поставить лайк под этим видосиком, чтобы я и дальше вас радовал бесплатными вещами. Открою секрет, скоро я вам покажу еще кое-какие бесплатные вещи, так что не пропустите, не забудьте подписаться на канал. Ну, а пока на этом все. Спасибо, что смотрели. До новой встречи на канале Red Cat и канале Red Cat Roblox. И не забудьте посмотреть Bloxys. Всем пока!